Всем большой привет! Рада, что заглянули ко мне на канал. Хочу вам сегодня показать свою очередную распаковку заказа с сайта Siberian Wellness. Здесь достаточно много интересных и нужных для меня средств, так что, надеюсь, вам будет интересно посмотреть это. Кто хочет зарегистрироваться и также приобретать продукцию со скидкой, не точнее не скидка даже, а кэшбэк до 25%, то ссылочки будут все в профиле канала внизу под видео и в первом закрепленном комментарии. Также у меня есть ссылка на мой телеграм-чат, где я подробно рассказываю о продукции Siberian Wellness, свои отзывы оставляю. Также там делятся своими впечатлениями другие девушки, которые пользуются тоже данной косметикой. Кроме того, там очень часто проходят крутые розыгрыши нашей команды, разыгрываются денежные призы и много очень интересных подарков. Так что всех приглашаю. Давайте перейдем теперь непосредственно к заказу. Так, что же я заказала? Это, извините, сразу же уже и забыла. Это у меня бета-каротин и облепиха. Я уже приобретала данный продукт. Очень мне он нравится. Очень полезен для нашего кишечника. Как заменитель омеги. Такие вот капсулки для кожи, для кишечника, для слизистых наших. Так что все это очень даже необходимо и полезно. Буду в хаотичном порядке. Здесь будут попадаться БАДы и уходовая косметика. А следующее, что я приобрела, это, наверное, сыну, земляника, красная глина. Это зубная паста. Очень нравятся мне зубные пасты своими уходовыми свойствами. Вот так она выглядит. У меня подобной упаковки была зубная паста с углем. Очень хорошо очищала зубы до скрипа, очень понравилось. Единственное, конечно, не всем понравится черная она зубная паста, во рту все черное, черная слюна, но очищает хорошо. Здесь, я думаю, все будет красное. Вот. Ну, уже сын понюхал, говорит, очень вкусно пахнет именно земляничкой. Так что вот такая зубная паста. Следующее. Это перуанская макка. Этот БАД направлен для улучшения состояния организма, в том числе мужского, повышения либидо как у женщин, так и у мужчин. Повышает выносливость организма в целом. То есть данный продукт полезен как мужчинам, так и женщинам. Давайте покажу. Вот такая вот упаковка и капсулки серенькие. Принимать по одной штучке. Здесь их 60 штук. Так, следующее это Синхровитал 4 защита печени. Тоже купила себе и мужу. Будем принимать. Нашу печень нужно защищать, оберегать и чистить. Никто, я думаю, не будет с этим спорить. Себе я повторила ЭПАМ 11, это кишечный, очень хороший продукт, хорошо помогает улучшать пищеварение, перистальтику кишечника, убирает вздутие, в общем, отличный продукт, мне понравился. Так что, кому необходимо избавиться от подобных неприятных симптомов, вот, пожалуйста. Бюджет на 270 рублей. По 10 капелек хватает надолго, 10 капелек в день. Следующее, что было в моем заказе, это фитомыло для интимной гигиены. Так, запаковано. Хочу понюхать, какой будет аромат у этого мыла. Так, интересный такой, немножечко рисковатый, но не сильный аромат. Думала, будет что-то сладкое из-за цвета, но нет. Так, давайте я прочитаю, может, что-то интересненькое найду, что пишет об этом мыле. Так, с эфирным, а вот почему такой аромат немножко рисковатый. Так, с эфирными маслами чайного дерева, лаванды, мяты и экстрактом, конопли, о.
Поэтому вот я чувствую такой немножечко аромат интенсивный, потому что здесь достаточно большое количество эфирных масел. Так что вот. Объем, мне кажется, 300 мл, 5 одиночки. Без очков ничего не вижу. Конец. После работы снимаю видео, глаза вообще не хотят видеть. Да, 300 мл. Так. Это сыну я заказала из Витамама. Шоколадные шарики, очень вкусные, полезные. Так что брали, очень приятные и на вкус. Ну и много полезностей. Так. Недавно у нас появилась новая линеечка. Это Wellness Sea. Взяла гель для душа. Интенсивное увлажнение. Хорошая линейка. Достаточно хороший состав. В принципе, как у всей продукции Siberian Wellness. Так что вот, еще не пробовала. Ну, потом поделюсь своими впечатлениями. Так, это у меня альфа-липоевая кислота. Она помогает сжигать, точнее, как правильно сказать, регулирует... Все слова забыла. Подходит для людей с сахарным диабетом. В то же время помогает уменьшать тягу к сладкому. Кто особенно худеет, вот рекомендуется... Сжигает глюкозу, то есть все очень даже полезно и нужно. И еще для похудения я заказала L-карнитин, жировой обмен регулирует, помогает тоже бороться с похудением, чтобы не откладывались наши жиры какие-то ненужные на наших боках. Так что вот, беленькие капсулки, их по 2-3 штучки принимать надо. Вот. Вообще вот эти два продукта, альфа-липоевая кислота, L-карнитин и хромолипаза, это три продукта, которые входят в программу похудения. На них реально худеют девочки. Есть хорошие результаты, так что пишите мне, кому нужно это. Так, это сера. Хорошее средство для лечения суставов. Но помогает снимать боль, восстанавливает немного как-то, помогает улучшить состояние наших суставов. Ну и достаточно очень много полезных свойств, оказывается, у серы, в том числе для здоровья печени. В общем, достаточно богатая линейка положительных свойств от этой серы. Я взяла именно, буду принимать в программе для лечения остеохондроза. Так, что еще? Так, ну это уже все себе. Новиночку заказала я вот такой гель для умывания. Так, давайте прочитаю, что там в нем. Так, это у нас что за линеечка? Так, небольшое количество. Эмульсия. Нежно-очищающая эмульсия для лица. Вот. Объем 200 мл. Такая, из такой же линейки еще вышел у нас тоник, но пока тоник мне не нужен, взяла только умывалочку. Тоже в чате читаю, девочкам нравятся такие, очень много положительных отзывов, поэтому взяла себе. Так, себе заказала я коэнзим Q10, ну, это, наверное, на слуху этот компонент, он необходим для женской красоты, для кожи, так что всем рекомендуется. Так, у меня еще запечатанный, хотела вам капсулки показать, потом поделюсь впечатлениями. Так, и осталось у меня что еще? Это увлажняющий крем для век. У меня закончился, я чередую периодически разные кремики для век приобретаю. Так, давайте посмотрим, я его уже открывала, такого он. Такой консистенции, немножко как бы водянистый, он не жирный, мне очень нравится, сейчас уже холода прошли, поэтому жирность мне совсем не нужна, ни к чему. Так что вот, так, это у нас линеечка, кому интересно,
кажется, Экспиральта Аурум, да, золотая линеечка на меду, основной компонент. Ну и последнее, что я вам покажу, тоже новиночка, это флюид уход, восстанавливающий для волос, церамиды и протеины, несмываемый. Давно я хотела приобрести какой-нибудь уход, именно несмываемый для волос, но в Siberian Wellness не было. И вот, наконец-то, только появилось. Сразу, пока был на складе этот продукт, я, конечно же, его заказала. Так, все, отчиталась вам. Мой пакет пуст, больше ничего нет. Пишите, если есть какие-то вопросы по продукции, по заказу, вы можете у меня заказать. Я обязательно вам отвечу и помогу. На этом все. Спасибо большое за внимание. Всем удачи и всем пока-пока.